В Дании проходят досрочные парламентские выборы. Избиратели решают, останется у власти правящая коалиция во главе с социал-демократами или ей на смену придет союз правоцентристских партий. Главные оппоненты – премьер-министр Хеле Торнинг-Шмидт и лидер оппозиционной либеральной партии Ларс Лекке Расмуссен. Глава нынешнего правительства Торнинг-Шмидт в ходе избирательной кампании подчеркивала, что благодаря работе ее команды удалось преодолеть острый экономический кризис. Левые обещают избирателям сохранить высокие социальные выплаты. Расмуссен, занимавший пост главы кабинета в 2009-2011 годах, в свою очередь говорит о снижении налогов, увеличении влияния Дании в делах Евросоюза и ограничении миграции. А что думают жители королевства? Им слово. Я верю в то, что мы можем надеяться и ожидать перемен, поэтому я хочу, чтобы голосование шло в правильном направлении. Мы можем это сделать. Мне на самом деле все равно, будет ли у власти красный блок или синий, значение не имеет, все останется на своих местах. И я лично так думаю. Согласно последним опросам, за партию левоцентристского и правоцентристского блоков готовы отдать свои голоса примерно равное число избирателей.